в Ричмонде. Я возвращаюсь домой после велосипедной прогулки 28 марта, времени после 3 часов, после полудня, 2021 год. Вот здесь вот цветут калифорнийские маки. Они дикие. Здесь много железнодорожных путей. Вот, значит, вот это знак, что велодорожка, никакие, значит, транспортные средства с двигателями не могут ей пользоваться, и никакие велосипеды с мотором. Впереди вот желтый знак, написано, что поезд пересекает это шоссе Ричмонд Парквей и не свистит. А здесь вот растут какие-то и цветут какие-то желтые кустарники с желтыми цветами. Довольно-таки интересный. Они как розы такие. Вот. Видите? Не знаю, пахнут или нет.